Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Усикум у нас яла асиады битакуаллах, адируллах, рахимакумуллах. Амма бааду, ассаламу алейкум, рахматуллахи та'аля, баракату. Если искренне сказать, моя совесть чиста, я каждый раз говорю это, сегодня тоже буду подтверждать, и завтра тоже буду сказать, я своих родителей, своих детей, свою семью и вас не отделяю, когда я делаю дуа. Вот это от Всевышнего, это не от того, что я такой хороший, я пушистый. Всевышний мне вот это дал. И дай Аллах, вот так мы все время Аллах нас объединил, чтобы мы всегда были здоровыми, чтобы дети радовали родителей. У них дети тоже их радовали. И то, что у нас в Якове говорят, что творится, я уверен, и кто рядом сидел, им тоже я говорил, вы будьте уверены и отвечайте уверенно, что все будет хорошо. Ни на 1% я не сомневаюсь, особенно в России. Почему? Потому что рядом со мной был министр национальной политики и религии. Он объездил всю Россию. Он везде убедился, как в России ислам такой чистый, нигде нет. Это слова министра. Вот почему я говорю, что в России будет хорошо. А для этого вот такую четкую, прочную опору, фундамент кто нам дал? Кто дал возможность? Это наш президент Владимир Владимирович. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.